Новость о том, что на востоке Казахстана зима уже активно вступает в свои права. В эти выходные на трассах из-за снежной каши образовались первые заторы, и пришлось спасателям автолюбителей вызволять, которые отправились в путь на летней резине. И между тем синоптики прогнозами не радуют. В предстоящие сутки ожидается дальнейшее похолодание. Обо всем подробно Анель Исимбердина. Зима нагрянула нежданно, впрочем, как всегда. На востоке Казахстана эти выходные для автолюбителей выдались непростыми, особенно для тех, кто оказался на загородных трассах. Впереди тоже поток машин стоит. Вон они. Выехать не может никто. Где грейдер? Заторы на дорогах, гололед, колея из снежной каши. Такая ситуация сложилась по направлениям из Усть-Каменогорска в Риддер, Самарское, Алтай. Вся проблема в том, что водители выехали из города еще на летней резине. Сейчас таких останавливает полиция. Как обычно, у нас водители к таким резким изменениям не готовы, ждут последние минуты, последнего часа. В этих целях останавливаем транспортные средства, водителей предупреждаем на смену летней резины на зимнюю, возвращаем. А тех, кто уже успел выехать до этого, пришлось вызволять спецтехникой. Для сотрудников дорожно-эксплуатационного управления номер 30 эти дни выдались жаркими. Они обслуживают трассу Усть-Каменогорск-Алтай. Именно там больше всего скопилось машин. Грузовые машины сколько? 30 штук вытащили, легковые 50 штук. 2-3-4-5 часов чистили, проезд обеспечили. Сейчас на данный момент трасса открыта, сухо. Но расслабляться рано, предупреждают синоптики. Морозы ожидаются уже этой ночью. Погода будет без осадков по области. Температуры ночью опустятся до 7-12, местами до 17 градусов мороза. Днем также будет уже холодно. Основная температура на большей части территории области ожидается 2-7 мороза. И даже последующее потепление не повод откладывать поездку в шиномонтажку. По ночам и утрам все равно на дорогах сохранится гололед, предупреждают специалисты. Анна Лисенбертина, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.